к актуальным темам есть несколько текстов. Ну, типа тоже вроде как из Москвы, Казацкая. Кабацкая 2. Не член писателей Союза. Грущу в буфете ЦДЛ. Моя потасканная муза давно осталась на неудел. И глядя на родные лица, я осознал всем существом, что мне пора разоружиться перед народным большинством. Народ мой гневно возмутился сюжетами из новостей и дружно как один сплотился вокруг решительных властей. Профессора и генералы, чеченцы, бабы, казаки, евреи с гостелеканалов и в мрачных тюрьмах леваки. Патриотизм был грозно явлен в ответ на вражеский оскал. А я сидел, чего-то мямлил, в носу чего-то ковырял. Не поднял задницы тяжелой, не взял в ладони автомат, не делал селфи с Мотороллой, в Фейсбуке не гремел в набат, не рыл укрытие для дзота, не падал под огнем в траву, не бил я из гранатомета по ржавым танкам ВСУ. Казалось бы, была харизма и кое-какой авторитет, но вирусы либерализма сгубили мой иммунитет. Среди гнилых интеллигентов пропал фабричный паренек. Всего 15 нас процентов. Финал печальный недалек. Прости, народ, прости, Россия, что дал дрозда в годину бед, что победила рефлексия и ЦДЛовский буфет.